У нас тут два брата акробата. Вот это вот типа родная комплектация. Руль вот такой вот необычный, с очень высоким подъемом. Но сидушка только другая уже, обвеженная. А вот это вот приехало чудо переделанное. Говорят, у меня обслуживался, но я, честно говоря, не помню такого велосипеда, потому что здесь жуткий-жуткий люфт. Не видно, наверное, это жуткий люфт идет на задней втулке. Сидушку тоже я такую не помню, что я продавал. Но сделано прикольно, баранчик такой интересный. Ручки. То есть прям забацали его, как будто он такой прикольный, модный. Тут вот, кстати, иногда у них есть проблемы с вилкой. Сейчас посмотрим. Да. Вилка у них у всех, походу, неровная. Спереди вибрейки стоят, а сзади уже поставили клещи. Были вибрейки, поставили клещи. Так прикольнее, конечно. Интересный велик переделанный. Сейчас будем их обоих обслуживать, колесики протягивать.